приглашаем на сцену хор детской музыкальной школы номер 3. Руководители Кузьмина Ольга Александровна, Бабурина Ярослава Евгеньевна, концертмейстер Пшеничная Ольга Юрьевна. Концертный хор школы является постоянным участником фестиваля детского творчества «Рождественский подарок». В 2012 году хор принимал участие в открытом 6-м городском фестивале детских академических хоров «Родной город». Программа: русская народная песня «Кукушка», «Франк Пани Сангеликус» в приложении «Гирла», музыка и слова Солодовникова «Дружба как птица».
музыкальную школу номер 5, руководитель Бакина Наталья Александровна. С 2009 года хоровой коллектив «Вдохновение», член Европейской хоровой ассоциации «Европа Контакт». Среди наиболее значимых достижений коллектива – диплом Международного хорового фестиваля в Германии, диплом лауреата Международного фестиваля «Поем тебе, Москва», серебряная медаль на первом интернациональном конкурсе в Италии, первый приз среди молодежных хоров в номинации «Народная музыка» и серебряный диплом в номинации «Духовная музыка» на третьем международном хоровом фестивале-конкурсе «Город Флорет де Мар» в Испании. Программа выступления. Бортнянский, «Единородный сыне», белорусская народная песня «Реченька», «Атрикан Наэль» в аранжировке Джонсона, партия барабана Тихонов Александр. Thank you.